снимать качественное кино, писать тексты по последним трендам и записывать увлекательные подкасты. Этому учат студентов югорских вузов и колледжей. В рамках проекта «Около весна медиа» каждый из 300 участников представит свой уникальный медиапродукт. Интенсив готовит молодежь к окружной студенческой весне по направлениям журналистика и видео. Дарья Минаева о современных тенденциях. От идеи до первого драфта. Сегодня участники направления видео пишут сценарии будущих фильмов. На презентации кинопроектов больше всего сюжетов детективов и комедий. Самая большая проблема для творческих людей, неважно, чем вы занимаетесь, или вы хореограф, сценарист, художник, когда ты выгораешь, очень трудно прийти к чему-то новому. И на самом деле интересно посмотреть на другие способы именно поиска той самой заветной идеи. Логика в повествовании, говорят на лекции, важна. Еще на этой площадке учат придумывать истории таким образом, чтобы привлечь внимание аудитории. Если ты хочешь создавать какие-то истории, фильмы снимать, документальные фильмы, делать сериалы, неважно, тебе нужно понимать, как донести свою мысль, свое высказывание до зрителя, так, чтобы он не мог отвести от этого взгляда. На другой площадке объясняют, как продвигать свое интернет-сообщество. Для этого с участниками говорят о видах рекламы и ее настройках в социальных сетях. В рамках первого дня студенты попробовали себя в роли молодых маркетологов для компаний по производству эспандеров, как это ни странно, и консервных ножей. Вот на уровне таких, казалось бы, простых бытовых вещей студенты пробовали расписывать рекламную стратегию, то, насколько им это получается, не получается. Еще здесь учатся искать целевую аудиторию, узнают больше о трендах в медиа. Мне очень сильно близка сфера именно продвижения там, в соцсетях, и нам как таковых знаний именно на парах, на наших об этом не дают. И для меня это что-то новое, интересное. Сейчас мы делаем очень большой упор на практику. Это то, чего так не хватает в обучении. Этого здесь полно. Работа с такими опытными экспертами поможет участникам стать конкурентоспособными на окружной студенческой весне. Еще будет онлайн своеобразный курс там Geekbrains, Skillbox, 4 месяца с домашними заданиями, встречами с экспертами. Все, кто пройдут второй этап проекта онлайн до самого конца, они получат возможность пройти стажировку, обучение в медиашколе креативных индустрий, которая вот в Югре у нас сейчас создается. Также, если будут какие-то очень уникальные кадры, их тоже будут звать на стажировки в наши региональные СМИ. В планах проекта организовать такие же треки, но уже по сценическим направлениям: вокал, танцы и театр. Дарья Минаева, Александр Шимолин, Вести Югория, Ханты-Мансийск.